Агропромышленный комплекс считается одной из наиболее перспективных отраслей экономики Тверской области. Одним из динамично развивающихся сельхозпредприятий в нашем регионе по праву считается ЗАО «Калининское». Это предприятие было образовано в 1919 году как хозяйство по выращиванию овощей и производству молока. Сегодня предприятие бесспорно является лидером в молочном и племенном животноводстве, а также имеет значительные посевные площади, на которых самостоятельно выращивают корма для скота. Наряду с внедрением новых подходов в сфере сельского хозяйства, ЗАО «Калининское» проводит большую просветительскую работу. На предприятии проходят экскурсии для ветеранов, жителей Твери и школьников. Нашей съемочной группе удалось побывать на одном из таких мероприятий. Тем продолжит наш корреспондент. Тверскую среднюю школу номер 34 и закрытое акционерное общество «Калининское» объединяют давние дружеские взаимоотношения. На этот раз встреча сотрудников животноводческого комплекса с учениками состоялась в рамках школьного проекта «Путь к успеху». Возможность познакомиться с процессом производства молочной продукции от доения до упаковки получили дети, которые в течение учебного года показали лучшие результаты в учебе и спорте. Встречал ребят генеральный директор ЗАО «Калининское» Александр Аватков. Вместе со своими коллегами Александр Федорович проводил школьников в цех переработки молока. Именно здесь находится современное производственное оборудование для розлива молока в пакеты. С цехом переработки животноводческую ферму соединяет трубопровод длиной всего 15 метров, что позволяет исключить транспортировку. После дойки молоко сразу охлаждается и поступает в молочный танк. А это очень важно для сохранения полезных свойств и вкусовых качеств молока. Конечной точкой экскурсии стало посещение фермы. Мне эта экскурсия очень нравится. Я наконец-то узнал, как содержатся коровы. И, во-первых, где они содержатся. Во-вторых, дальше, как происходит кормление. Оно происходит довольно интересно. Ну и, конечно же, как происходит уход за коровами. Шведский стол, можно сказать. Хороший уход за ними. Все коровы чистые, ухоженные. Школьники теперь знают, что рекордный надой, здоровые коровы и полезное молоко – это результат работы большого коллектива. Сотрудники закрытого акционерного общества «Калининское» бережно хранят традиции, смело внедряют передовые технологии, постоянно повышают свой профессиональный уровень. На этом еще раз акцентировал внимание во время дегустации продукции руководитель предприятия Александр Аватков. Пусть знает, что вот на сельскохозяйственном предприятии в ЗАО «Калининское» специалисты, которые работают, они работают с хорошим настроением. Они любят свою работу, и они выбрали эту профессию. Это хороший пример вот для именно школьников. Мы считаем, что вот партнерство социальное именно и для хозяйства, и для нашей школы – это путь к успеху. Теперь эти дети знают, в чем секрет успеха закрытого акционерного общества «Калининское». И хочется надеяться, что среди них обязательно появятся продолжатели традиций крепкого хозяйства, которое будет работать во благо жителей Тверской области.